Тверским водителям рекомендуют задуматься о смене летней резины на зимнюю. Несмотря на то, что в ближайшие дни в Тверской области сохранится непривычно теплая для ноября погода, не стоит забывать, что на календаре последний осенний месяц, для которого свойственны резкие перепады температур. Встречать холода лучше во всеоружии, отмечают автоинспекторы. Чтобы утренние заморозки не обернулись неприятным сюрпризом, необходимо заранее позаботиться о безопасности дорожного движения и своей, и других участников. Ко всему прочему, сейчас уже лучше перестраиваться на зимний стиль вождения, снижать скорость и включать на максимум внимание. Госавтоинспекция рекомендует переодеть летнюю резину на зимнюю уже сейчас. Почему? Потому что в городской черте, как правило, обледенение проезжей части тоже происходит. Но это происходит, как правило, на путепроводах и мостах. То есть, и это происходит в утренние часы, когда максимальное количество людей едет по дороге на работу. Соответственно, есть какая-то определенная опасность. И даже если ДТП совершено будет несерьезное, да, в котором будет повреждение транспортных средств, но это неприятно. Лучше сейчас не экономить на замене зимней резины, чем потом в разы больше потратиться на ремонт поврежденного автомобиля. Выезд на дорогу на летней резине может обернуться заносами, скольжением и прочими опасными ситуациями.